Сегодня, друзья, топ-10 жен в игре The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Всем привет, меня зовут Сагерой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Друзья, поехали. Друзья, я запустил самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition 2018. Ссылочка внизу, зайди, оцени. Ребята, в Skyrim можно жениться, совершать браки. Браки это все можно совершать в Рифтоне, в храме Мары. Нам всего лишь навсего нужно подойти к жрецу Марамалу. Чем могу тебе помочь, сын мой? Расскажи мне побольше о храме Мары. Честно. С чего начнем? Пропускаем. Мара – богиня любви. Знаю. Мы также проводим свадебные обряды для всех любящих пар в Скайриме. Вот. Заключайте браки? Да, если у тебя нет сомнений, конечно. Нет. Ты знаешь, как совершаются браки в Скайриме? Нет. В Скайриме любовь такая же суровая, как люди, которые тут живут. Жизнь нелегка и коротка, на долгие ухаживания нет времени. Все по-быстренькому. Если кто-то хочет найти себе пару, то носит на шее амулет Мары. Когда кто-то ответит взаимностью и пара поймет, что хочет быть вместе, один из них приходит в храм и просит нас провести обряд. Угу. Если у вас нет амулета, вы просто у него покупаете. Пожалуйста. И помни, в Скайриме человека ценят по поступкам. Чем больше ты помогаешь людям, тем скорее они полюбят тебя. Теперь, друзья, вы одеваете этот амулет и чем можете выбирать помочь, себе сына? Половинку. Друзья, в конце видео обязательно напишите, на ком бы женились вы. Из этого топа, а может и не из этого. Напишите, мне очень интересно будет узнать. Угу. Ну что, друзья, десятое место, и это локация под названием Мор-Казгор. Да-да-да, я вижу, вы уже догадались. Заходим. И вот. Завидую тебе, путник. Ты всегда можешь уйти, если захочешь. Ты хочешь покинуть крепость? Да, но я должна оставаться здесь и ждать, пока меня не выдадут замуж. Друзья, я считаю, что Бурак самая симпатичная девочка. Орк. Притом, она же орк. Она очень сильная. Очень-очень, как компаньон. Девятое место моего топа занимает ученик Данмерка. С коллеги Винтерхолл, друзья. И это Бреллина Марион. Я прямо за тобой. Я тебе нравлюсь? Ну да. А почему нет? А ты? Как насчет тебя? Вы только загляните в ее красные огромные глаза, друзья. Бреллина среди данмерок. Очень няшная для меня. Едем дальше. Восьмое место моего топа, друзья. И мы отправляемся в Маркарт. В Маркарте вы должны выполнить задание Сердце Дибеллы. И тогда вам будет доступна Орла. Чего ты хочешь? Я тебе нравлюсь? Ну да. А почему нет? А ты? Как насчет тебя? Друзья, на заднем фоне это мой сынок Ванюша. Так, для тех, кто не знает. Ну что ж, Орла на самом деле достаточно симпатичная, но как компаньон она, конечно же, не годится. Вы для нее должны построить дом, и она там будет отлично справляться. Седьмое место моего топа, друзья, занимает кто? Это Лидия. Да. Я прямо за тобой. Не знаю почему, друзья, но у меня почему-то не срабатывает фраза «Нравишься ли ты мне?». Насколько я знаю, в легендарном издании она работала, а в Special Edition почему-то не работает. Если у вас такая же проблема, то напишите мне, пожалуйста. Лидию вы получаете в самом начале главного квеста, друзья. Так что, думаю, объяснять, как вы получать, совершенно не нужно. Ну, посмотрите. Очень симпатично, друзья. И очень мощная. Так что, седьмое место. Шестое место, друзья, и мы отправляемся в Ривервуд. После того, как мы отдадим Лукану его золотой коготь, мы сможем... Я приехала в Скайрим в поисках лучшей жизни. И что же ты думаешь? Здесь тоже война? Камилла Валерия, друзья. Все, чего я хочу, встретить хорошего мужчину, выйти за него замуж и завести детей. Я тебе нравлюсь? Ну да. А почему нет? А ты? Между прочим, друзья, если вы спите вместе с женой, то вам дается талант объятия любви, который позволяет нам на 15% быстрее качать все перки на протяжении 8 игровых часов.
Пятое. Пятое место, друзья, моего топа занимает. Мы сейчас в Вайтране. Это рынок. И... Привет. Изольда. Есть общество, которому я всегда рада. Тебе, например, доводилось встречаться с Микаэлем? С ней нужно выполнить... С ней нужно выполнить небольшой квест. Ей нужно добыть бивень мамонта. Вот твой бивень мамонта. Спасибо. Я тебе нравлюсь? Ну да. А почему нет? А ты? Между прочим, друзья, супруга готовит еду, которая быстрее восстанавливает здоровье, запас сил и ману на протяжении 900 секунд. Неплохо тогда. Четвертое место моего топа, друзья, занимает Эйла, охотница. Да. Почему мы остановились? В чем дело? Ее в жены, друзья, вы сможете взять только тогда, когда пройдете полностью соратников. Да-да-да, друзья, придется потрудиться. Я тебе нравлюсь? Сказать по правде, да. А как насчет тебя? Эйла охотница очень, очень крутой воин, друзья. И она оборотень. Оборотень. Между прочим, супруги раз в сутки дарят кое-какой подарок. Друзья, третье место. Когда вы станете Таном в Солитьюде, у вас будет Хускарл. Для меня честь снова видеть тебя, Тан. Симпатичная Йордис Дева Меча. Я тебе нравлюсь? Ну да. А почему нет? А ты? Как насчет тебя? Между прочим, Йордис очень крутой танк, друзья. Я твой меч и твой щит. И очень симпатичная. Я ей отдаю третье место. Отправляемся в Маркарт. И второе место, друзья, занимает... Еще раз спасибо за помощь в этом... Муири, я тебе нравлюсь? Ну да, а почему нет? А ты? Как насчет тебя? Муири будет вам доступна только тогда, когда вы пройдете квест Темного Братства «Прощай, любовь». По моему мнению, друзья, она занимает в моем топе второе место. Друзья, ну вот и первое место моего топа. Она находится в Каменьшоре. Вам нужно выполнить небольшой квест, и после этого будет доступна Сульга. Это что, у тебя амулет Мары? Удивительно, что у тебя до сих пор нет пары. Я тебе нравлюсь? Ну да. А почему нет? А ты? Как насчет тебя? Да. Тогда решено. Жизнь в Скайриме коротка, зато мы будем вместе. А вот и наш счастливый жених. Начнем же церемонию. Мара дала жизнь всему сущему и с тех пор присматривает за нами, как за детьми своими. Ее любовь к нам научила нас любить друг друга. Ее любовь показала нам, что жизнь, прожитая в одиночестве, и не жизнь вовсе. Мы собрались сегодня здесь, под любящим взором Мары, чтобы засвидетельствовать вечный союз двух душ. Пусть они будут неразлучны в этой жизни и в следующей, в богатстве и в бедности, в радости и в горе. Согласны ли вы по любви связать свои жизни вместе, сейчас и навсегда? Да, сейчас и навсегда. Согласны ли вы скрепить свой союз и жить в любви отныне и навсегда? Да. Властью, данной мне Марой, богиней любви, объявляю вас супругами. Вручаю вам обоим эти кольца, благословленные милостью Мары. Пусть они хранят вас в вашей совместной жизни. Наконец мы женаты. Наверное, нам следует решить, где жить, если хочешь. Поздравляю со свадьбой. Это большая радость для всех. Поздравляю со свадьбой. Все поздравляют. Это большая радость для всех. Ну что, друзья, это мой независимый выбор. Напишите ваш выбор и кого вы выберете себе в жены, друзья. Все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, будьте счастливы и играйте.